Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Энгрей. Шестая теплей. Да-да, именно с этой игрой. Спайдермен. Начинаем прохождение первой части Человека-паука. Технология — это свет, который победит тьму. Когда человечество столкнется с абсолютной истиной, истиной, основанной на технологическом прогрессе и научных методах, оно будет непобедимо. Я, доктор Отто Октавиус, заявляю как ученый и бизнесмен, что мой долг перед человечеством будет выполнен. Спасибо. Хорошие слова, доктор Октавиус. Если бы эти восторженные люди знали тебя так, как знаю я, вряд ли бы они стали тебе аплодировать. Просто продолжай снимать, Эдди. Если Джей Джеймсон увидит эти фотографии, моя карьера поднимется до небес. Первый 20-му, проверка. Вот и кулисы. Вперед! Кто здесь? Повернись ко мне, клоун. Как ты смеешь мешать мне? Спайдермен! Насколько я помню, я был Спайдермен. Спайдермен? Что он делает? Нужно одеть мой костюм и разобраться с этим самозванцем. Но я не могу выбраться из этой толпы. Я не могу сделать снимок. Джеймс заплатит любые деньги за такую сенсацию о Спайдермене. Это был Эдди Брок. Кто это? Он показался мне знакомым. Неважно. Соберись, дружище. Он крадет прибор Октавиуса. О, нет! Он заметил меня. Мой фотоаппарат. Нет! Все закончилось. Все уже закончилось. Я опять промахнулся. Я так и слышу голос Джеймса. Брок, ты неудачник. Если бы на твоем месте работал настоящий фотограф, то у меня уже были бы доказательства того, чтобы навсегда избавиться от Спайдермена. Ты неумеха, Брок. Знаешь что? Когда я уволю тебя, ты не сможешь устроиться даже свадебным фотографом в Сибири. Я пытаюсь бороться с этим, но я больше не в силах бороться. Снова. Невинные снова молятся о защите от зла Спайдермена. Спи спокойно, Брок. Веном с тобой. И несмотря на то, что это сможет стать нашим последним делом, мы заставим это насекомое заплатить за все. Первая фаза выполнена. Начнем вторую фазу. Да! Начнем! Добро пожаловать! Здесь находится один из создателей Спайдермена. Давайте узнаем, что же случится с Питером Паркером, больше известным миру как Спайдермен. Сейчас он в беде, но это только начало, дорогие почитатели Спайдермена. Поэтому приготовьтесь к головокружительным погоням с неожиданными крутыми поворотами, драками и сражениями. Познакомьтесь с новой суперсилой, новыми друзьями и врагами. И не пропустите эти захватывающие приключения. Самая настоящая реклама прям перед началом игры. Эй, Спайдер! Эй, черная кошка, что случилось? Я знаю, что возникли проблемы. Люди грабят банки, и у них есть заложники. Использую свой компас, чтобы добраться в банк. Спасибо, кошка. Эй, Спайдермен, иди сюда. Если здание близко, можешь перелететь к нему. Нажми кнопку «Прыжок», потом нажми ее, находясь в воздухе. Тут же и обучение к нам подъехало. Да, если мы рядом, можем запустить паутину, переместиться. Что такое, кошка? Спайди, это картридж паутины, он тебе пригодится. Вот сказать, что кошку могли бы нарисовать куда посимпатичнее, чем она.
предстает прямо перед нами. Мой спайди-компас поможет мне найти банк. Реклама доктора Октавиуса. Похоже, в этой, теперь уже можно говорить, вселенной. Спайдер-сенсоры сработали. Здесь что-то происходит. Да-да. Человек с двумя пистолетами. Так. Минуточку. Вроде был знак вопроса. Кто-то сплыл. Давайте еще раз залезем. Тоже. Я опять в прекрасной форме. Да, здесь картриджи нужно подбирать во время игры, когда мы проходим уровни. Другого ты не скажешь. Все, кстати, комбинации ударов буквально, ну, немного. На квадрат мы бьем руками, на кружочек мы бьем ногами, соответственно. Биография Клетуса Кэссиди. Ну, это, да. Знакомый персонаж, я думаю. В принципе, мы и Венома уже увидели. Очень быстро разобрался с Броком. Ого, вертолеты полиции. До свидания. Я понимаю, парень упал. А, тот же самый или это друг? Эй! Главное, помните, ребятки, что Спайдермен не убивает, как Бэтмен. Орел 1, высота 10.34. Направляюсь к банку. Орел 1, прием. Следите за Спайдерменом. Зачем за ним-то? Я кое-что вижу. Одного большого мертвого жука. Мы стоим на тропе мести. Мы связаны одной целью и достигнем ее. Стока. Это они, кажется. Серьезно. Невероятно! Они сбили вертолеты полиции. Да, мне просто везет. Надеюсь, я не пожалею. Там впереди банк? Да, но будь осторожен, Спайди. Я видела вертолеты, высадившие на крышу вооруженных грабителей. Спасибо, кошка. Да, спасибо, кошка. Ну, кошку, как я сказал, могли нарисовать и покрасивее. Если я поранюсь... Это восстановит здоровье. Да, вот такая. Я вот опять в прекрасной форме. Ну, ты не был ранен, я поэтому... Я проникну в банк через крышу этого здания. Окей, Спайдер. Кошка права. Это нефритовый синдикат. Ух. Это название. Козырное. Нефритовый синдикат. То есть... О, вот он, первый раз и получили людей. О, мне так жаль. Только сомневаюсь, что тебе жаль. Противников можно вот так вот застопить с помощью паутины. Это последний. А хилку-то вы взяли? Алло, Спайдер. Нет. Нет. Спасибо. Спасибо тебе, дружище. Сохранить игровой процесс. Не извлекай карту памяти. Спаси бог. Спаси нас, Боже. Этого делаешь? Играю на харде, поэтому, скорее всего... Загружаться придется. Тебя вот уже первые бандиты принесли урон.
Надеюсь, они не будут возражать против быстрого вклада. Похоже, будут. Ты ошибся. Так, мы можем как настоящий Человек-паук ползать по стенам. Здесь абсолютно для этого есть условия. Ну, кстати, мне это нравится, тема. Просто один быстрый удар сверху, и противник отлетает. У них есть заложники. Похоже, стелс. Только бы их не ранили. Это наше все. О, да. А прыжки-то и не помогают. Кажется, в этой комнате находится выключатель охраны. Найти вход в комнату. Двери заперты изнутри. Должен быть другой путь внутрь. Так, здесь новый картридж. Что это? Удерживая кнопку L1, я могу прицелиться. Когда индикатор будет зеленым, я могу нажать R2, чтобы выстрелить. Я тебя понял. Можем стрелять сновидением. Спайдермен продолжает удивлять. Так, еще картридж. Кстати, здесь они нужны, потому что... О. Тут заканчиваться максимально быстро. Нажимая R1, я могу достать потолок. Это я уже, да, выяснил. Вы немного почувствуете себя солидом Снейпом. Кажется, эти выключатели открывают дверь охраны. Кажется, здесь был тоже охранник. Я сомневаюсь, что это скажется на мне, так как сказалось на тебе. Что ж, вот и новые проблемы. Вот и промах. Так. Парень прямо передо мной. Берем картридж. Короче, мы открыли тупо все, что можно было. Беги! Беги, парень! Эй! Так, он стоит спиной к нам. Кстати, это неплохо. Боже, как я буду страдать-то в финальном уровне. Я уже сам себя ненавижу. За то, что выбрал эту сложность. Так. А вообще, куда нам? Лифт? Лифт? Да, это лифт, но нам не сюда. Кто-то я где-то должен был открыть. То и где вопрос? Так, тут надо. А чё так легко-то? Серьезно? Помоги мне, Спайдер, помоги. Он выстрелил и все, сдох. Офигенно. То есть по новой мне все, да? Надеюсь, они не будут возражать против быстрого вклада. И все будет. Ну вот уже. Да, это верно. То есть удар, короче говоря, сверху еще не всегда прям ваншотит. Скорее удача, видимо, была. И кончилась она, когда... У них есть заложники. Да, да. Только бы их не ранили. Согласен с тобой. Вы их не ранили? Кажется, в этой комнате находится выключатель охраны. Это тоже старая информация. Двери заперты изнутри. Должен быть другой путь внутрь. К примеру, застрять в кресле. Это точно не путь внутрь. Кажется, эти выключатели открывают дверь охраны. Безусловно. Я хилку взял? Да, я взял хилку. Реально. Не знаю, нужно ли всех прям освобождать. Точнее, все кнопки включать. О, мне, меня уже стреляют.
офигенно. А что-то игра меня вообще дико не любит. Дуку я взял раньше времени. Так, будем тут аккуратны, видимо. Чё-то мне это не нравится. Спайдермен, ты должен спасти меня! Так, видите, если пол, ну, до конца будут человека паутиной. Так, а где оставшийся Талю? Я должен спасти его. Бегаем, просто ищем последнего бандита. Вот видите, я путал его паутиной полностью, и все. Я могу подобрать объект, нажав удар, и бросить его, нажав удар снова. А это-то жестко. Пошли дальше. Пошли дальше встречать людей, у нас теперь есть подарочек. Мы теперь можем преподнести что-то нашему новому... Блин, ну серьезно, да? Переход на новый уровень. Спускаюсь! Ай. Поздравляю тебя, Спайдерман. Спускайся. А вот цветок, цветок. Заберем цветок. Не, мы все-таки подарим кому-нибудь что-нибудь. Их заложники, скорее всего, сдохнут. Так, 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 так. Один есть. Развлечемся. Нет, твою. Нет, я пас. Ты прям предугадал мои мироощущения. Развлечения что-то как-то мне не очень. Так, кто-то уходит. Проще простого. Вот-вот. Так, а ну-ка, прицеливание. Божечки мои. Не, ну оно работает. В теории. Так, он что-то понял. Наверное. Спасти меня! Я супергерой-садовод. Цветы — мое главное оружие. Спайдермен, ты должен спасти меня! Несомненно. Так, берем цветок. Ну все, мы прошли игру. Ну ладно. Цветы не открывают двери. Это проблема. Можно я заскочу? Может, оно не стоит. А это кто? Просто бандит? Что здесь происходит? Видимо, местный, как его назвать? Чем местный? Так, а это где-то там внутри открылось, а вот он. Еще заложники и бомба. Здесь нужна настоящая осторожность. И как нам быть с тобой тут осторожными? Картридж-то мы подобрали. Secure Area 2. Большой сейф. И что он нам дает? Мы можем подобрать?
Жалко, пару слитков, да и с собой забрать было бы неплохо. Зачем его открывать? Они играют с нами. Заведи таймер бомбы и взорви всех заложников. А вот и суицид склад. О, да. Так от этого избавились? Я разобрался с заложниками, но что делать с бомбой? Думай, Спайди, думай! Твою мать. О, можно ее так перемещать. Твою мать. Я понял, что с ней делать. Я даже не вспомнил, я просто... О, смотри, как таймер останавливается, а это удобно. Хоть что-то честное. Досвидос, золото. У тебя все равно больше вреда. О, Спайдермен уже на крыше. И уходит своим. Yes of Spider-Course. Сохраняемся по полной программе. Да-да. Кстати, кто посмотрел нового Человека-паука, пишите в комментариях, какое ваше мнение о фильме. Будет интересно узнать. Интригуешься. В виде заставочек. Ну, точнее, перед заставочками мы видим... Слушай, я застрелил грабителей банка. Паркер, заткнись и звони 911. Я застрелил грабителей банка. Перевод, конечно, порой интересный. Хотя Венома здесь перевели как Веном, когда я играл эту игру первый раз. Спайди, Скорпион отправился к старине Джею Джордану Джейсону. Он обвиняет Джейсона в том, что он застрял в костюме Скорпиона. Спайди, тебе лучше поспешить туда, иначе старина Джей Джей станет очередной ужасной сенсацией для газеты. Да он еще следующее та здание далеко. Сенсация, точнее. Если сенсация. Прыгнуть и перелететь, может, я и попаду туда? Может быть. Блин. Как же плохо, что нельзя как-то подтянуться на паутине. Как я обожаю, кстати, как вы относитесь к миссиям на время? Я такие прям обожаю. Уходи, Даркон! Твое время Даркон. Вышло! Нифига себе, его харь осталась здоровой. Просто бежим, блин, да, бежим. Бежим максимально быстро или ползем в надежде на что-то. Да, эй, я... держи ухо востро. Чем быстрее мы разберемся со Спайдерменом, тем скорее нам заплатят. Скорпион нанял наемников. Ни хрена себе там. Или я должен их победить? Надеюсь, Джеймсон еще жив. Блин, кажется, сделал что-то не то. Парни, вы как? Извини меня! Нет, походу все было так. Что-то нужно было на вот это соседнее здание. Да пошел ты, Зракатан. Для тебя мне нужно списать Джи Джона Джеймисона. Плюется. Никто не сможет спасти Джона. Не, ну мы походу смогли, да? Даже удивить.
Слушай, Дарган, это же новое тысячелетие. Много высоких технологий. Мы вытащим тебя из этого костюма. Ты засунул меня в этот костюм, и я заставлю тебя заплатить за это. Перестань же, Дарган. Ты разрушил мою жизнь, теперь я разрушу твою. Серьезно, это будет влет на Скорпиона? Похоже, это первый босс в игре. Я не думал, что так быстро до него доберусь. Оставь или нет. Его, Чаклз! Чаклз. Отвали, паутинный. Спайдермен, вызывали копов, а получили вот что. Беги, усач. Джеймсон! Где ты? Да, вон он прячется за кустом. Если пока я схлопотал. Где ты прячешься? О, ты хочешь еще? Я понял. Ох, я же забыл про эту тему, что можно паутину бить. Вот и подлетел. В общем, мне драться со Скорпом? Никто не хочет дать подсказку. Спасибо, дали. Где ты прячешься? Мы можем договориться. Джеймсон! Твою мать. Ну да. Ге-ге. Я понял. Я осознал свою ошибку. Точнее, как сказать, осознал свою ошибку. Я понял, что с ним будет тяжело. Мебель в помощь! Скорпионистый. Твою с**к. Иди Джеймсона ищи, отвали от меня. Да ладно. Вот так вот мебель уничтожать. Я тебе не прощу, сволочь. А вдруг она из Икеи? Как известно, есть идея, есть Икея. А паутина кончилась? Серьезно? То есть паутина кончилась еще с прошлого захода. Хавальнику. Охренеть. Спасибо, подловил. Мне хана. О! Уже приятно. Где ты прячешься? Почти победа. Ведь мы были чуть-чуть вблизи. Мы были вблизи победы нашей. Первая победа над боссом почти что была в руках. Почти, я просто держал, я чувствовал. Этот скорпионный хвост у себя в руках. Можешь позволить его пинать Джеймсона? По-моему, это справедливо. Собака. Где ты? Да он перед тобой, слепошарый. Где ты прячешься? Получай. Еще больше. Да, вот именно. Тебе подарок. Подскочили, подскочили, хватит. Ни хрена себе. А лазеры это вообще законно? Где ты прячешься? Ты умрешь. Кидай. Лучше еще. Все, успел. Больше.
Мимо. Уже давай договоримся. Ты оставишь свою... свою паутину, хотел сказать, нет. Свой хвост. Как тебе это? А вот это? Понятно. Вот это тебе не по мне, кстати, тоже. Это херня. Кстати, почти получил. I'm out of here. Его это не устраивает. Где ты прячешься? Господи. Тебе нужно было назвать человек Крот. Где ты? Да рядом, он рядом, лисы. Получше еще больше. Каким только образом. Че, ответь меня. Твоя задача это Джеймисон. Поэтому. Получи. Ой-ой-ой. Это было близко. Отстань! Я невинный. Невинный. Я невинный сосед человек. Спайдер-мук. Все это жопа. Ну, короче, где-то 3 удара примерно, что ли. Могу выдержать от него. Как-то так, как-то так. Оставь его, Чаппи. Блин, ты такой офис должен был снести, я половину хлебала. Присядь, Скорпи, давай поговорим. Я верю, ты хороший. Нет, ты говно. Как быстро я в тебе разочаровался, боже мой. Да рядом он, рядом. О, ты хочешь еще? Как насчет того, чтобы отстать от меня? На самом деле крайне тяжело увернуться почему-то. Отвали! Лучше еще больше. Вот-вот. Джеймисон, привет. Как тебе это? Твой друг. Где ты? Вот-вот, ищи Джеймисона. Он твоя цель. О, ты хочешь еще? Спасибо, Джеймисон, что подставил свою жопу под мою паутину. Где ты? Да он везде, он тебя окружает. Ой, господи. О, нормально. Я, кстати, тоже рад этому моменту. I'm out of here. Да чтоб ты, усатый, вообще идеально прячешься. Solid Snake тебе бы позавидовал, дружище. Где ты? Где ты? Так, давай возьмем вот это для начала. Вот. Блин, как тяжело. Нет, Каргон, нет! Лучше еще больше. Как тебе это? Вот-вот. Ты получишь еще больше. Хотел взять предмет, я не хотел его бить. Такими темпами, если сразу... Мало паутины. Плохо. На. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да жопа. Где ты прячешься? Мало паутины. Подпрыгнул. Приземлился. Походу, скоро на свой горящий пердак буду приземляться. Ох ты меня достал, ох ты меня достал. Черт, тебя дери. Блин.
получается. В самый первый заход вообще паутину нельзя тратить. О, Джеймисон. Блин, что ты делаешь, Спайдермен? Собака. Лучше еще больше, да. Нужен? Мы нет, можем не нужен. Договориться. Джеймсон. Как тебе это? И вот это. Хочешь еще? Да, по-любому. Ладно, я вам соврал. Паутину не получится тратить. Не тратить, точнее. Это же хороший диван был. Отлично. Именно так. Задел. И ты задел. 1-1. Короче, это плохая идея. Прыгать под него и пытаться бить. I'm out of here. Кстати, в этот раз больше предметов осталось в первой комнате. В теории мы можем их использовать. Не то чтобы я был против. Получше еще больше. Да. Почему-то Чокпоктер. А, кстати, мелкие предметы он попроще таскает. Как тебе это? И вот это. Еще? Да, по-любому. Тащим, тащим, тащим. Ты, кстати, где Скорпи? Мы можем договориться. Вот, вот. Почему мы, кстати, не можем договориться? Мы можем договориться. Я дарю тебе набор вот этих шкафов, а ты не просвечиваешься сквозь текстуры. Как тебе это? Вот видишь? Мало паутины. Мало паутины. Так печально. Я понял. Я тебя понял. Паутины мало. Да, в первый раз слишком допустил много ошибок. Слишком много ошибок в первый раз было. Привет, спасибо, что припрыгал. Ну давай ты за мной поохотишь, все окей. О. Кажись, он от меня отстал. Как тебе это? Вот в чем стратегия, возможно, его победы. Мы просто бегаем от него. О, ты хочешь еще? Да. Да, блин, Джеймисон. Блин, ну мне это так тоже нравится, на самом деле. А мы реально враги? Я просто как бы... Я просто как бы задумываюсь периодически. Мне кажется, у нас общие цели. Видишь, ломаем все. Бесцельно. Вот, вот, да, договорись. Договорись с ним, раз ты можешь. Как тебе это? Даже я не представляю, где он, кстати, прячется. Может, ты уйдешь домой? Очевидно, что он неизвестно, где прячется. Лучше еще больше. Но мне кажется, теперь Джеймсону вообще идеально прятаться. Так, вон там еще есть один кустик. Давайте его возьмем. Сделаем вот так. Теперь я не знаю, что мне делать. Получать, очевидно, да, урон, кстати.
Вон это слишком очевидный вариант. I'm out of here. Фух. Это будет сложненько. Где ты прячешься? Задел его таки. Только не уничтожай мебель. Она мне нужна для... чего-то. Так, хватит. Вот, все. Вот и подарю тебе диван. О, ты хочешь еще? Очевидно. Почему Спайдерман мне... Мне очевидно, что он хочет еще. Давай, Скорпи. Я верю, что можем договориться. Не то. Мало паутины. Ой. Твою мать. Ты говоришь, мало паутины и просто тратишь ее в никуда. Вот так дарим. Наконец-то! Ууу, как же это было тяжело просто. Я не знаю, чего ты хочешь добиться, спасая мою жизнь, но у тебя ничего не выйдет. Ого, ты просто слишком умен для меня, Джей Джей. Офицеры, вот он, человек, создавший техноужас. Стреляйте в него, скорей! Джей Джей, я ухожу, и на этот раз серьезно. Стой, Спайдермен! Я не хочу верить в то, что ты сделал сегодня. Сорвиголова. Но мне нужно во что-то верить. Ах, у меня нет времени на объяснение. Просто скажи, что ты тут ни при чем. Я смогу отличить ложь. Слушай, это правда. Этот Спайдермен был создан новым изобретением Октавиуса. Но не этот Спайдермен, не я. Кто-то скопировал меня. Зачем? Я пока что не знаю, а тогда тебе лучше идти. И чем быстрее, тем лучше. И все? И ты мне веришь? Мне не нужно верить тебе. Я знаю, что ты не врешь, но как? Скажем так, у тебя есть свои суперсилы, а у меня свои. Я расскажу всем о твоей невиновности, а ты разберись с копами. Удачи! С каких это пор я... Вот с этих самых пор ты и твои проблемы — это копы. Что ж, а на этом всем спасибо за просмотр, друзья. Мы продолжим в следующей серии. И куда-нибудь жмите, куда-нибудь подпишите. И помните, что завтра будет новый день, в нем мы с вами должны будем и увидеться.